Сегодня был проведен вечер профессионального бокса. К сожалению, пандемические мероприятия, а также политическая ситуация в соседней стране, в Украине, помешала провести это в полной программе. Несколько участников, представители Франции, Турции, Израиля, не смогли приехать на наше соревнование из-за того, что аэропорт закрыт. В результате у нас было 6 боев вместо запланированных 12 боев. Но, несмотря ни на что, мы готовы проводить такие мероприятия. Мы стали их проводить чаще. И если нам будет помогать обстановка эпидемиологическая, мы также хотим провести большое мероприятие вот к концу года с большим количеством зрителей, праздник бокса. И дай Бог, чтобы наша спортивная арена Кишиново начала функционировать, то и в этой большой красивой арене мы готовы проводить мероприятия самого высокого уровня. Федерация бокса Молдовы задумана серия турниров для того, чтобы вывести начинающих молдавских боксеров на международную арену. Для того, чтобы они попали на какие-то международные соревнования, необходимо пройти 1-2 пристрелочных боя официальных турниров на территории Республики Молдова, а потом двигать дальше. Этот турнир был зарегистрирован в Европейском боксерском союзе. То есть все результаты появятся на специализированном сайте BoxRec. То есть все те, кто был новичком, получат официальный статус профессионального боксера таким образом, по результатам этих соревнований. Скажем так, напряженно, да, скажу честно, как есть. Все было трудно, но, слава богу, все прошло хорошо. Что касается боев, я был приятно удивлен. То есть ребята даже из других видов единоборств выступали, там кикбоксеры, ребята очень достойно проявили себя. Организация, в принципе, прошло все хорошо. Надеюсь, дальше будет только лучше.